І до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Хомутовська, лікарка лікувальної фізкультури комунального некомерційного підприємства «Миколаївський центр медичної реабілітації та спортивної медицини». Доброго ранку. Доброго. Сьогодні говоримо про таку страшну проблему. Бачили, що цифри страшні, 23%, і це найгірший результат, можна сказати, на Європу в Україні. Чому так є? Ну, давайте розбиратися взагалі, сколіоз, чому він виникає, в якому віці він найбільше проявляється? Сколиоз – это прогрессирующее заболевание, которое сопровождается боковым искривлением позвоночника и сопровождается торсией позвоночника. Это вокруг вертикальной оси скручивания. И сразу же идет патология тканей, которые находятся возле позвоночника. То есть это мышцы и связки. То есть это именно прогрессирующее, подчеркиваю, заболевание, которое очень быстро прогрессирует, и если его вовремя не виявляють, то, як правило, виявляють уже вторую степень, а то й третю степень сколіозу. Як його, коли час виявляти його, от коли звертатися, щоб перевіряти дітей, щоб не було потім другого, третього і більше ступеня? Дітей потрібно перевіряти хоча б от раз в год, як проводиться диспансерне наблюдення за дітьми школьного віку. Но если есть врожденный сколиоз, то желательно смотреть деток дошкольного возраста в детских садах, как и проводилось педиатрами для того, чтобы выявить нарушение не только вот осанки, но и плоскостопия. Потому что сколиоз – это заболевание, а если мы смотрим функциональное изменение позвоночника, это мы называем нарушение осанки. Поэтому желательно выявлять нарушение осанки как функциональное состояние, которое потом может перейти в сколиоз. Если это не врождена патология, то в каком веке наичастейше проявляется у детей? Уже в каком веке это видно? Сколиоз может быть врожденным и приобретенным. Врожденный сколиоз выявляется очень рано, в 3 и в 5 лет, ну, в общем, так где-то 3-8 лет, это уже явно видны те сам признаки сколиоза. Все-таки это маленький процент, и, как правило, он сопровождается другими заболеваниями, и он выявляется еще педиатрами, кардиологами, то есть другими специалистами, потому что они знают, что идет сопровождение патологии, или чисто ортопеды, если к ним направляют, или они наблюдают детей. Первое наблюдение ребенка ортопедом – это уже в 3 месяца. Я так розумію, що це є класифікація сколіозу за за походженням, так, набути і Ну, їх дуже багато, чому класифікації, тому що дуже багато причин. И они разделяются по причине, по патогенезу. Но вот если брать вот врожденный, мы сказали, то все-таки больший процент – это приобретенный. Значит, есть еще как бы наследственно обусловленный, если уже брать идти от врожденного. Значит, наследственно обусловленный – это когда есть сколиозы у родителей, то есть у тех самых родственников, и потом уже будет проявление сколиоза в каком возрасте зависит от того, какие факторы воздействовали на этого ребенка. То есть, если родители знают, что у них есть сколиоз, значит, они должны как можно раньше выявлять это нарушение еще осанки и проводить лечение уже пока еще функциональных изменений. Не відкладати це на потім. Да, не доводить их уже до подросткового возраста, когда уже точно будет выявлен уже сколиоз. Як лікувати його? Лечение мы в основном, поэтому я подчеркнула, что начинать с нарушения осанки, потому что вот нарушение осанки точно лечится только не медикаментозным методом. Это мы предлагаем лечение гимнастикой, лечение массажем, можно использовать физиопроцедуры и использование природных факторов. Один из них – это вода. То есть водные процедуры, плавание, акваэробика, если есть для маленьких деток, лечение вот этих самых, просто хотя бы в бассейне, даже он плавает, и если он находится даже на пенопласте, не умеет именно плавать, но он находится на поверхности воды, при котором идет расслабление мышц, то это уже способствует тому, что будет профилактика вот этих нарушений искривления осанки. Якщо вчасно не звернутися, от відкладати все на потім, так, от, ну, бувають такі випадки, до чого це можна може призвести? Чи може зі сколіозу вийти в якусь гіршу патологію? Ну, от, прежде всего, это будет увеличение степени сколиоза. Потому что первая степень сколиоза, это, ну, нам было рассказать хотя бы немножко о патогенезе заболевания, да, все-таки рассказать, если что, вот есть мы эти самые сколиоз, которые так и говорят, что это мышечная форма сколиоза. То есть причина – это дисбаланс мышц.
когда одни мышцы напрягаются, а другие растягиваются. И при вот этом мышечном дисбалансе кости, они сами по себе сдерживаются связками и укрепляются мышцами. И когда идет дисбаланс мышц, то тогда происходит вот это как раз искривление позвоночника. И вот в этом уже стадии, когда идет мышечный дисбаланс, необходимо вот выявлять это самое нарушение осанки. И тогда его, еще раз говорю, легче использовать тогда физическими факторами. А если потом вы ничем не занимаетесь, ну, понимаете, ребенок, в общем, как мы говорим, должен, родители как бы должны все-таки знать, физическое воспитание должно в семье, и поэтому они все-таки должны знать, что ребенок у нас должен быть охвачен физической активностью. Поэтому если вы это хотя бы какие-то общие укрепляющие даете это нагрузки в виде или там велосипеда, или того же скейта, или это вот плавание, или он ходит, или он бегает, и какие-то игры, бадминтон, то есть вот игры с мячом, то есть это все входит в общее физическое развитие ребенка, и тогда вы не будете, тогда не будет развиваться сколиоз. Но на этом фоне, если даже родители занимаются физическим развитием ребенка и отправляют его в тренажерный зал, и там нет руководства тренера именно индивидуального, который ему подбирает ту нагрузку, которая ему нужна, то даже физическая нагрузка может способствовать вот этому мышечному дисбалансу. Мало лише спортом займатися, це варто робити ще і правильно, щоб дивилися за тим, як ви це виконуєте, щоб не зробити ще гірше. В этом плане, да. И получается, когда вот если вы, допустим, уже вот вы ничем не занимались и все-таки развивается сколиоз, то тогда эти самые первые, я же говорю, только это мышечные. Дело в том, что он не болит, прежде всего у детей, потому что мы, как правило, обращаемся к врачу, когда есть боли, когда что-то беспокоит, то ребенка это никак не беспокоит. Угу. Прежде всего это беспокоит родителей, потому что внимательные родители видят, что все-таки есть какое-то нарушение осанки, сутулость, разные уровни плеч, вот он говорит, лопатки у него торчат, и только вот сами родители видят, что что-то с ребенком не то, тогда они обращаются к врачу. Но бывает так, что ребенка не беспокоит, родители не обращают на это внимания, и тогда это усиливается, этот сколиоз. Вторая степень – это уже идет деформация грудной клетки. Это формируется реберный горб. То есть, с одной стороны, реберная клетка выступает как в виде реберного горба, выпячивается, с другой стороны – западение. То есть, идет здесь уже деформация, перекосы таза, соответственно, уже идет нарушение кровообращения, если особенно в шейном отделе, искривление, там кровообращение мозга тоже зависит от того, как ровные шейные наши позвонки находятся или нет, и, соответственно, гипоксия мозга, то есть даже ребенок плохо учится, у него снижается трудоспособность, его восприятие вообще материала, естественно, он хочет спать, он сонливый, он вялый, он не хочет ничего делать, только даже из-за того, что у него нарушение осанки. Мы уже перейшли до того, що хвилюю також на різних блогах батьків, тому що от вже була навіть думка, що через викривлення хребта страждає серце і мозок. От бачимо, що дійсно воно може впливати на це, тому варто обов'язково уважно слідкувати, дивитися за дитиною. Мені здається, зараз наші глядачі, у кого є дітки, вже побігли перевіряти, а ну йди сюди, я подивлюсь на твою спину, так? Мені здається, так і є. Ну, не только спиной, еще и раз говорю, грудную клетку. Мне нравится образное сравнение позвоночника с лодкой. Если палуба лодки – это таз, сам позвоночник – это мачта, а канаты – это мышцы. Значит, смотрите, если будет лодка наклоняться, значит, соответственно, палуба тоже наклоняется, правильно? Значит, отклонение идет позвоночника от центральной оси, и, соответственно, канаты будут по разной степени натянутости. Вот это и будет дисбаланс мышц. Если у вас по какой-то причине идет отклонение оси, значит, мачта наша наклоняется, то, естественно, и палуба будет меняться, правильно, уровень. Так вот, поэтому здесь все взаимно идет процесс. Или бывают первичные перекосы таза, которые сопровождаются дальше изменениями оси позвоночника, или наоборот, идут там шейные отделы, например, у деток были кривошеи.
которые потом не вовремя не вылечены, они или дисбаланс все-таки хоть как-то сформировал, это самое устранился, а потом проявляется это уже как искривление шейного отдела. Или дисплазия, или подвывихи тазобедренных суставов, которые, я сказала, должны в 3 месяца выявляться, они потом в последующем приведут к перекосу таза. Все равно вся наша система, она вся взаимосвязана. Поэтому мы взаимосвязаны. У нас стопы, это плоскостопие, это уровень таза, это наше положение позвоночника, шеи и головы. Это все взаимосвязано. Еще декілька думок. Отже, сколиоз провокує майбутні проблеми з вагітністю. Так це чи ні? Очень-очень. Мы на это переживаем, потому что вот я еще не говорила о том, что в подростковом периоде, когда идут дисгормональные изменения у подростков, они способствуют развитию или усилению вот этих степеней сколиоза, то есть прогрессированию заболевания. И бывает так, что сами родители говорят, что вот ничего не было, за несколько месяцев сразу вторая степень сколиоза. Так вот, когда идет изменение позвоночника, оно потом после 18 лет фиксируется и становится фиксированным сколиозом. Почему мы говорим, что лечение начинать нужно как можно ранее, пока она еще нестабильна, эта форма. То есть его еще что-то можно с ним сделать. После 18-20 лет уже тяжелее что-либо изменить, но все равно это нужно делать, потому что, может быть, в более медленной степени, но там все равно будет изменение усиливаться, потому что там дальше включается уже фактор труда. То есть там уже статические нагрузки в работе или очень сильные физические нагрузки, которые тоже, кстати, могут привести к приобретенному сколиозу у взрослых, даже если у него и не выявлен был в подростковом периоде. И вот эти девочки, у которых есть изменения, особенно в поясничном отделе, как я сказала, перекос таза, то, конечно, им тяжело вынашивать во время беременности, потому что во время беременности и так идет, это физиологический процесс, когда идет расслабление мышц, расслабление связочного аппарата. А здесь, как я вам сказала, идет патология связочного аппарата. То есть два процесса как бы складываются вместе, и все это приводит к тому, что слабые связки и так не держат, а во время беременности они тем более не держат. Тогда необходимо рекомендовать во время беременности корсеты. И, естественно, во время родов могут быть проблемы, или их будут тогда направлять на кесарево сечение. Жахливо. Ну, дійсно, жахливі ситуації, тому давайте, щоб не доводити до цього, обов'язково вчасно звертатися до лікарів, щоб це виявляли і швидко лікувати, щоб на першій стадії це було дуже просто зробити за допомогою спорту цих вправ і не доводити до інших, тому що бачимо, що страшні ситуації потім є і від них важко якось позбутися. Я вам дякую за те, що розказали про це все, дали поради, взагалі розказала про цю проблему, тому що про неї варто говорити. Тетяна Хомутовська, лікарка лікування фізкультури комунального некомерційного підприємства «Миколаївський центр медичної реабілітації та спортивної медицини» сьогодні була у нас в гостях.